Всех приветствую, с вами Тормод, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игрушку Mad Game Tycoon. Так, в прошлой части мы с вами подзаработали немножечко денежек, у нас кредитов нету, возможен 1 миллион, но мы так с вами и не смогли начать создавать свою консольку, деньги хотя есть, но их достаточно мало. И я еще кое-что заметил, богобелы, и я был удивлен, что никто мне так и не сказал, что я совершил ошибку. Так, давайте мы сейчас войдем в нашу компанию и изменим название компании. Богобелы. Вот. Ну, логотип оставим такой же, как и был. Вот, богоделы. Все. Так, ладно, продолжим. Включаем на максимальную скорость, ставим на паузу и думаем, что нам нужно. Я уже не помню, на чем мы с вами остановились. Давайте взглянем. Если у нас доступных технологий нету, скоро закончится. А, у нас была неудачная игра выпущена, да. Наемные убийцы, маленький ажиотаж. За неделю 3000. Ну, давайте, может быть, мы попытаемся... Ой, верните стол на место. Давайте мы обновление выпустим какое-нибудь. Пускай на 16 тысяч. Вдвоем вы справитесь, я думаю, быстро. Давайте чуть-чуть. Чтобы хоть какие-то у нас деньги были. 3000 не такой плохой за неделю. Конечно, это не хороший результат. Я бы сказал, ближе к ужасному. Тройка с минусом или двойка с плюсом. А что лучше? Двойка с плюсом или тройка с минусом? По мне так двойка с плюсом будет лучше. Потому что она четко показывает о том, что ты ни хрена не сделал, и ты, у тебя точная двойка. Тебе нужно постараться в следующий раз. Так, давайте смотрим дальше. Мы выпустили обновление продукта. Ой, да, обновление для нашего Mario Party. Так. О, давайте несколько заказов возьмем и подзаработаем на заказах. Ну, с этими заказами, я смотрю, мы достаточно быстро справляемся. Ну, вот эти двадцаточки мы сейчас быстренько сделаем с вами. О, доступно новое исследование технологии. Так, а мы B+ уже умеем делать? Давайте посмотрим. Да, мы уже B+ изучили. О, 3 года прошло, мы теперь можем рекламировать наш продукт. Так, изучаем новую технологию. У нас есть какие-нибудь хорошие? Второй. По-моему, те же самые, которые были, когда мы сохранялись. Если не ошибаюсь, там такие же бездари. Эх, симулятор наемного убийцы-то. Ну да, все. Даже 500 тысяч не заработали. Так. Давайте еще парочку контрактов. 12 недель. Нам бы протянуть. Пытаться сделать по данному тренду не имеет смысла. А без тренда... На высокой сложности... Ну нет, можно делать хорошие игрушки. Но не на начальном этапе, скажем так. Давайте еще. Что там у нас? 12. Ну ладно, давайте 8 недель. 12 тысяч. На дороге не валяется. Все равно давайте сделаем.
и сделаем еще несколько исследований. Давайте баскетбол. Да, нет у нас 500. Давайте старый, наверное, улучшим, который скилл. Одна тысяча. Ну пускай, заодно для них это будет практика. Не работают, у них опыт растет. Скорость, мотивация. Ну, я заодно посмотрю, не появился ли кто-нибудь. Нет, нет никого. Файтинг. И доступна новая платформа. Ну, пока что нам это не интересно. Так, ну уже 95%. Почти закончили. Есть. Закончен проект. Тут у нас ничего не получилось на 20. Вот, есть. Давайте мы его быстренько сделаем. Еще 4 недели, и потом узнаем, какие у нас будут следующие. Так можно сказать, тренды. Популярные тренды. Переиздание. А что мы можем переиздать? Ну, кстати... Вот эту игрушечку мы можем с вами потом переиздать на хорошем движке. Движок мы с вами улучшили. Ну давайте пускай они отдохнут немножечко. Последняя неделя. О, файтинг. Давайте мы изучим файтинг. А стоит ли бросаться на каждую? Ну, деньги есть, можно поэкспериментировать. Почему бы и нет? Файтинг и рисование. Второй аспект нам нужен рисованию. Блин, я в этой серии на самом очень хотел переехать в новое здание. Сколько нам нужно? Ну, где-то 1,2 миллиона, ну, лучше всего 1,8. Нам нужна сейчас замечательная игра. Вот просто... Доступен новый движок. Аки. Они его выпустили под приключения. А как ты лицензировал мой движок? Слушайте, это... Я не давал. Мы с вами в прошлой игре, кстати, ни одного движка не ставили на продажу. Так, нет, не принимаем участие, ставим на паузу. Я что-то не понял. Не продавать движок. Что такое? Или, видимо, я случайно забыл снять галочку. Ой. Ладно, мы сейчас с вами файтинг изучим.
и этот заболел. Вот ведь негодяй. Ладно, изучить тему, нам нужно рисование. Рисование, вот. Сейчас они закончат для Microsoft делать звуковые эффекты и начнут делать рисование. Нам нужно как-то придумать стратегию. Новый исследовательский жанр. Так, стратегия у нас будет такая. Создаем новый движок. Без продажи. Без продажи будет оптимизирован под файтинг. Со всеми особенностями это выйдет около сотни. Ничего страшного. Назовем его как-нибудь, пускай SDK. Все, на 9 файтинг. Замечательно. Все, создаем. Заодно посмотрим, тут у нас кто-то появился. О, посмотрите, какой хороший человек у нас появился. Сразу же его нанимаем. Вот этих всех, которые появляются, их нужно сразу же хватать. Зона отдыха. У тебя нету столика, бедненький ты мой. Сейчас мы решим эту проблему. Вот тебе столик. Мы даже сделаем немножко иначе. Пока сюда поставим. Делаем маленькую перестановочку. Не тот стол схватил. Да что ж ты будешь делать? Да. Вот так вот. И возвращаем вам шкафчик. Вот сюда поставим. Все. Все трое работают над новым движком. 33 недели осталось, я думаю, мы с вами успеваем. Так, нам нужно выпускать игрушки с одинаковым на одном и том же движке не чаще, чем в 40 недель, чтобы все было хорошо. Создать игру. Ну, название пускай будет Minecraft, это Minecraft. Да, B1. Что же мы будем выбирать? Так. Ой, сейчас я посмотрю. Мы делаем файтинг. Файтинг, 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 файтинг. Наверное, все-таки подростки. Выбрать тему у нас рисование. Интересно, будем рисовать единоборствами или каким-нибудь боевым искусством. Жанр файтинг. Под жанр выберем то, что мы хорошо до этого умели делать, это скилл. Движок у нас файтинг. Лицензии нету. Minecraft будет на двух платформах, доля рынка. У нас же B+. Купить платформу. B+, 5%. А не рановато мы выходим на B+. Здесь еще доля рынка-то маленькая. 5%. Но здесь 8%. На самом деле не такая уж. По защите покупаем новую защиту. Деньги у нас есть. Да, Star Force второй версии. А теперь давайте думать. Так, нет, вот так. Вот что-то типа этого сделаем.
тут у нас... Так, нет. Лучше побольше графики. Вот что-то типа такого. Ай, на всех языках. А, ладно, не буду пока что на всех языках выпускать. Вот так вот. Чуть-чуть. 8 из 10 используемых технологий. Ну и поехали. Я думаю, вы втроем должны все хорошо сделать. Ну, давайте зажимаем кулачки. Ждем, что у нас получится. Кстати, если у нас поднимется до 50 багов, то мы с вами сможем купить... Как оно называется-то? Ой... Это контроль качества. Вот оно. Да. У нас, кстати, реклама открылась. Ладно, не хочу никого сейчас пускать на рекламу. Если... Хотя можно нанять кого-нибудь на рекламу. Работа в офисе. Что у этого на тридцатку? Что у этого на тридцатку? Ну, у этого скорость получше. Плюс работа в офисе. Брать не брать, брать не брать, брать не брать. Так, давайте возьмем его. И сделаем себе комнатку рекламщика. Дай. Забываю, что двери надо ставить. Столы. Стол мы тебе хороший сюда поставим. Вот так вот. И закажем начать рекламную кампанию на 15 тысяч в местных журналах. Про наш Мункрафт. Вот, вот, кстати, и контроль качества. Это очень хорошо. По поводу контроля качества нам нужно сделать комнатку с контролем качества. Тут две осталось, да? Блин, ни к селу, ни к городу. Потом переделаю их. Одной достаточно для контроля качества, потому что мы ничего пока там делать не умеем. Исправлять баги. Да, иди. Поработай немножечко, поисправляй. Это он всего лишь 3 прибавил, да? Это мы за 15 тысяч троечку добавили. Студию графики. Нет, пока выпускать не будем. Давайте-ка мы сюда добавим. Нам нужно около... Давайте выпустим игрушку около 30 багов. Даже можно поменьше. Вот сейчас 30, 29. Давайте без багов выпустим. Вот мы такие молодцы, мы выпустили игрушку без багов. Выпускаем ее. Есть у нас какой-нибудь занимающийся файтингами? Ну, хоть один издатель в файтинге. Ну, что за... Ну, вот как это называется? Хоть самому издавай игрушки. Ну, беру по большому
головоломка, файтинги, наверное, все-таки опять к Microsoft, Minisoft. Ну, порадуйте меня, но уже выше 60 это хорошо. 72, 73, 74, 75. Ну, я не очень доволен. Вообще недоволен. 83, 90, 100. Вот это результаты. А, у нас нету там. Выпустить обновление. Да, она нам сейчас денег принесет, но рекламную кампанию можно запустить на 30 тысяч нормально. Так, здесь мы... Заказать еще одно обновление? Да, давайте мы его... Пускай все радуются. Но хорошо так прибавляется. Но у нас нету ни лучший саундтрек, ни лучшей студии, но зато о нас услышали. Это хорошо. Так, давайте мы еще одну рекламную кампанию на... Вот теперь журналы. 15 тысяч. А вы давайте еще одно обновление на 36 тысяч. Мы тут не влезали в долги? Нет, не влезали. Мы пока что справляемся без пользования банка. Ну вот мы уже вышли. Так, ты у нас... Давай мы тебя на сотку... Да нет. Ну еще пятнарик и хватит. И все. И мы начнем заниматься рисованием. Что у нас тут есть? Ах. Повыполняем разные заказики. Есть еще. О, на 40, за 5 недель. Интересно, мои справятся? Да, должны, смотрите. Так, тут никто не появился у нас из таких супер-супер-супер программистов. Так, ну мы уже 200 заработали. Сделайте еще одно обновление. Ой. А то я смотрю, ажиотаж быстро упал. Людям хочется, чтобы игрушка развивалась, а она не развивается. Так, новые исследования, новые технологии. Вот тут, кстати, мы с вами можем изучить. Все. Так, ну все самые. Мне нравится, что когда поначалу можно включать им спокойно ИИ, он выбирает самых, так сказать, башковитых. $400 заработал. Теперь у вас достаточно дела, чтобы самостоятельно сдавать игры. Спасибо, конечно. Да, я понимаю, но мне надо переехать.
сколько там переезд-то? Ну, хотя сюда 300 тысяч, давайте переедем сюда. Че у нас клубить, толкаться? Я хотел сюда переехать. Нет, давайте сейчас. Пускай они закончат исследование и... Так, плюс 200 шансов легендарных сотрудников. Шанс это хорошо. Легендарные сотрудники. Переезжаем. Все, все продаваем. 97 достаточно. Поздравляем с переездом. Не то, что меня это очень сильно радует. Так, 4 на 7. Да, наверное. Так, у нас разработчики. Лаборатория. Дальше у нас... Ну, офис мне пока не нужен, хотя давайте сделаем. Так, вот это у нас офис. Дальше у нас идет... Блин, производить самому уже можно. Я бы хотел, но денег мало. Контроль качества и учебный класс. Контроль качества... Не понял. Контроль качества. Учебный класс не буду пока ставить. Ладно. Столы. Так. Офис. Так, в офисе у нас должен быть специальный стол. Вот такой вот. Шайтан большой стол. Красивый. Как будто здесь действительно кто-то. Начальник сидит. Начальника! Так, нету. Никого нормальных нету. Так, скорость восстанавливаем. Тут у нас что? 11 тысяч? Нехти. Здесь у нас... А. Блин. 6 недель осталось подождать. Игру уже выпустили. 500 по 9 тысяч. Ну, давайте, может быть... Да верните стол. Вообще, не перетаскивать вещи. Да, давайте обновление сделаем. Последнее. Вот что-нибудь. Так, музыка. Ну, еще технологии. Так, на 27 тысяч. Сейчас они быстренько все это сделают. Напомним о себе, что мы тут есть. Нам 5 недель нужно. Это у нас контроль качества. Вот это лаборатория, да? Что нам нужно? Нужно изучать новые технологии. Ай. Придется все переставлять. Так вот оно будет более компактно выставлено и больше столов поместится. Вот, без проблем. У нас здесь сколько? 4 стола. Все, и наши четверо сотрудников убежали разрабатывать простую 3D-графику. Там, я смотрю, у нас так и не приподнялось. Не. Ну ладно, все равно порадовали.
порадовали мы своих фанатов. Их немного, но чуть-чуть есть. Изучили. Так. Осталось 2 недели. Ладно, давайте пока вот это деньги лишними не бывают. У нас все равно 3 бездарей нужно оплачивать. Они неплохо так, по-моему, бюджет съедают. Ладно, 2 недели. Изучить новую тему. Давайте какой-нибудь типа доктор. И какую-нибудь... О, колонизация. Хорошая тема. Копатель тоже я видел там на букву К. Ну вот, смотрите, у нас получается тренд приключения. Приключения. А у нас никто не умеет на приключения делать. Ну, значит, будет первый блин Кома. Изучить жанр. Нужно просматривать постоянно персонал, потому что есть шанс получить легендарного сотрудника. Кстати, еще ни разу не получал. Не знаю, как действует этот бонус. Это мы с вами изучили. Теперь создаем движок. Разработать новый движок. Он будет оптимизирован под приключения. Продавать мы его не будем. Особенности все. Совершенно все особенности. Это уже будет 184 тысячи. Назовем мы движок... Как бы нам его назвать? Real Space. Ну, чуть 7. Эй, ладно. Ну, какая разница, как он будет называться? Я не изучил Cinema. Ну, сейчас изучим. Да ладно, сейчас все будет. Как они быстро-то движок? Ах, вчетвером-то клепают. Так, закончили. Давайте мы все-таки Cinema, чтобы получить этот бонус. Побежали. И ждем. И все. Так. Создаем игру. Жанр приключения. Поджанр. Поджанр. А с кем у нас хорошо бы сочетался, кстати. Ну, пускай будет головоломка. Тема Cinema. И под тема будет... Какая у нас была прошлая? Наемные убийцы? Агенты. А, вот доктор мы изучили. Да, последняя была доктор. Б плюс. Это уже 180. Наверное, все-таки взрослые. Хотя, ну, пускай будут взрослые. Дальше. 3 платформы. Мы рассматриваем, конечно же. Конечно же, давайте посмотрим, кто у нас есть еще. B+, есть Spectrum. Ой, Spectrum, хорошо, 10%. Давайте мы тебя купим и посмотрим. Да, больше. Потому что тут всего-то... А, мы его и не можем взять. Все, все нормально.
3 на B+, уже под 200 тысяч. Что у нас с защитой? Защита у нас хорошая. Письма фанатов, концептов мы на приключения не делали. Вот так вот, по-моему. Так, а здесь у нас получается... Вот так вот. Будем на всех. Я движок забыл указать. Точно. Движок. Где у нас приключения? Приключения. Вот. 400 тысяч. Так, да, графика 16 цветами. В банк мы не идем. Все делаем на свои деньги. 9 из 10. С Богом. Хотя я особо в Бога не верю. Но... надеюсь, он вам поможет. Доступен новый движок. Кстати, давайте посмотрим, есть ли там какой-нибудь движок на приключения. Приключенческий. Да, у него с 9 звездами. А у нас 11. Поэтому будут выходить, скорее всего, аркады. И у нас не будет конкуренции в этом. А если кто-то будет на движке аркады делать, то... Не факт, что у нее получится хорошая игра. Конечно, мы зайдем в банк и разрекламируем нашу игрушку. Это ведь она, да? 8 тысяч посетила, 1500 присоединилось. Монкрафт еще продается. Нормально. Ну, там ему чуть-чуть осталось. Хотя можно было бы взять... Нет, там, по-моему, дорого. На две игры, по-моему, там 500 надо. Новый исследовательник. Корпус новый изучили. Ай, я все забываю. Новая платформа появилась. Закажем исправлять баги. И посадим сюда. Поставим сюда несколько столов. Как только закончат, сюда прибегут трое исправлять свои баги. Нет, пока не выпускаем. Все, давайте. Решите нам проблему с багами. А, кстати, мы можем найти какую-нибудь... У нас уже есть? Да, уже открыты. Кстати, это же очень хорошая... А, у нас денег нет. Да, надо будет начать изучать вот эти улучшения. Я так контроль качества сделал маленькую. Но с учетом... Проверяем, кстати. Второй. Все второго уровня. Есть один приключенец. Вот какой-нибудь... Я никого не знаю из них. Но они все какие-то... Не особо. 23 бага, 14 багов. Все, можно выпускать игрушку. 9 багов. Это терпимо. Найти издателя. Приключения, вон есть самый верхний. Вот. И еще кто-нибудь есть? Нету. Ну, значит, мы берем тебя. Я не помню, как это называлось. Пять приключений. Ну, будем с тобой работать. Хорошо. Все по плюсикам. Замечательно.
Игры уже есть в этом жанре. 50, 60, 70, 75, 76, 70, ну, 80. Есть! Забавная награда. Не знаю, что это обозначает, забавная награда. Видимо, что игра забавная. Но мы получили 80, и это очень неплохо. Я бы сказал, это наши с вами первые неплохие игры. Ой, понял. Ждем, пока первая неделя пройдет, чтобы нам денег дали. Выплатить. Все, мы никому ничего не должны. И сразу же начинаем заниматься обновлением. Обновление на 42 тысячи, я думаю, хорошо, так как мы буквально за одну неделю сотню заработали. Если бы мы с вами чуть-чуть поработали бы над игрой, то есть геймдизайн, еще, то, возможно, у нас бы получилось бы и еще получше. Так, ну вроде все уже заставил столами, теперь их переставлять не придется, они будут только перебегать. Так, прибыль 800, это прошлая игрушка. Здесь. Давайте-ка мы... пока что игровой баланс изучим. Так, трое сюда. И если у кого-то есть желание, вы можете некому заняться, да? Вот как они. Туда-сюда. Туда-сюда, обратно. Все работают, деньги идут. Мы изучаем теперь производительность. Теперь заказываем новое обновление. Пока не его буду делать, скорее всего, ажиотаж немножечко утихнет. Ой, в каком месяце, я уже забыл, проходит вот это Е3 там, ну вот эта игровая выставка. Нам бы, ну мы игру, когда она разрабатывалась, там показывали, но хотелось бы ее теперь готовую показать на выставке. Исследование для консолей, да, давайте еще что-нибудь. Управление. Побежали. Проверяем, не появился ли у нас какой-нибудь суперперсонал. И суперперсоналом и не пахнет. Все строго второго уровня. Не особо они придирчивы к уровню нашего офиса. Качество офиса. О, поднимается. Я говорю, продажи. Видите, чуть-чуть приподнялось качество продаж. Так, 62 тысячи. У нас новых технологий нету. А на одном и том же движке мы не можем выпустить. Что же нам пока что делать? Мы 400 заработали. Подождите, еще раз. Ажиотаж 4. Давайте на рекламу немножко потратимся. Реклама. И вот здесь у нас будет маленький рекламный отдел. Ну, не совсем так, как я хотел. Наверное, все-таки вот так.
и закажем рекламу. На сотню. Вперед, работнички. А вы оставшиеся двое будете третье обновление. Всего можно 5 обновлений делать. 18, 16, 17, ну... Да, падает. Нужно ажиотаж поднять. Ну, сейчас мы поднимем ажиотаж. Вот. И вот. Замечательно. Тут есть что-нибудь? Ну, давайте. О, посмотрите. Сразу же опять 22. Молодцы. Ажиотаж немножко подняли. 700 тысяч заработали. Давайте посмотрим, когда у нас вышла эта игра. 13 недель назад. Так. Ладно, изучаем. Новых технологий у нас нету, но у нас есть разные вот такие штучки. Контроль звука, качество. Вот это мы все не можем делать. А вот интерфейс можно. Кто-то заболел? Кто у нас там заболел? Тормот, халявщик, болеет. Слушайте, по-моему, мы засиделись на этой серии. Давайте мы сейчас ставлю на паузу. Сохранимся. Вот на сохранение 2. И в следующий раз мы с вами продолжим играть. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Говорите спасибо своими лайками. Я, ну, через лайки буду понимать, насколько вам нравится то, что я делаю. Те или иные игры. Пишите свои предложения в комментариях. Обязательно, если какая-то будет интересная игра, то мы ее с вами начнем проходить. У меня сейчас появилось немного больше времени, поэтому видео я могу выпускать чуть-чуть побольше. Ладно, всем спасибо, всем пока.